Чё? Почему дверь не открыли? Привет. Ты только подошла, что я должен подорваться или что? Значит, нужно сама себе дверь открывать? Ну ты же уже открыла. В чем проблема? Что за наезд? Подошла, открыла, как бы. Я в телефоне залипал. Ну я понимаю, я в телефоне залипал, слышишь, да ты это. Подошла, ну ты же открыл уже, что? Хочешь, чтобы я. Окей. Ты закрыла дверь, и я вышел, открыл тебе или что? Или что тебе нужно? Садись давай. Ну реально в телефоне залипал, что за наезды. Здорово. Наезжаешь вообще, ну, как бы не по делу, естественно, реально. Чего, у тебя рук нету? В смысле, рук нету? Ну, в смысле, руки есть, а что, открыть невозможно дверь, что ли, или что? В смысле, ну я же женщина. Блин, я приглашал на свидание девушку, ты женщина, да? Какая ладно, разница? У каждого свои недостатки. Окей. А почему Kia? А почему столько наездов и непонятно чего? Че у тебя, настроение не то? Ты же видел, с кем ты знакомился? Ну, допустим, с тобой и что, знакомился. Ну, разве не видно, что как бы я девушка для роскоши? А, серьезно? Я должна ехать на Kia? А как это связано с Kia вообще? Kia, что, Жигули или что? Это какая-то плохая машина? Ну, это дешевая машина. 2 миллиона это дешево? Два миллиона? Представляешь. Минимум 10. А, это минимум 10? Чисто. Ага. А что-то не одета там роскошно какой-нибудь там в брендах. Я не понял. Ты должна быть минимум там на лям одета. Что ты сюда села? Алло. В смысле? Алло, возьми трубку. Я пытаюсь до тебя дозвониться. Ты чего выпендриваешься? Я не понял. Ты пришла на свидание? Села, да. Надо было сказать, что ты красивая. А, да? В смысле, ну да. Угу. Еще что? Ты всегда так начинаешь со свидания, типа? Ты так его начал. Как начал? Я просто сидел, тебя ждал, созвонились. Скинул геоточку, все, подходишь, открываешь и выпендрешь пошел. Лютый вообще. В чем проблема? У тебя что-то с настроением или ты что? Ты с девушками умеешь общаться или не, что? Не, я умею. А ты с мужчинами умеешь общаться? Что за наезды? Там я тебе, может, испортил твою жизнь, 20 лет мы вместе, что? Какие проблемы? Там, почему ты мне не сказал, какая я красивая, блин? Ну, как бы я про себя отметил, пока, по крайней мере. А с наездами твоими ты не дождешься комплиментов никаких. В смысле, ну, Блиновская всегда говорила то, что вообще-то мужчина должен в первую очередь говорить, какая женщина красивая. Блиновская говорила? Класс. Да. Ты знаешь, кто такая Блиновская? Ну, слышал. И чё? Она прям такой, это самый, авторитет? В смысле, да. Я у неё курс купила вообще-то. Поздравляю. И что? Сколько стоит? Расскажи. 100 тысяч. 100 тысяч? Ты 100 тысяч потратила на курс Блиновской? Да. Это всё нормально с головой? Она же разводила лохушек просто, самое, вообще просто развод. В смысле, вещи говорит? Она ну, хочет, например, какие? Она... Чтобы дверь я должен тебе открыть или что ну, она там минимум. Говорит? Что как еще минимум. Она, ну хорошо, что еще она говорит? Она говорит вообще то, что мужчина должен девушку на руках носить, должен как минимум ей давать 500 тысяч. Это так чисто на моей хотелке. 500 тысяч? Да. Много тебе дают 500 тысяч, я смотрю, раз ты в поисках. Мне прям больше задарили. Давали. Да, серьезно? Да. А что, одежду нормально не купила? Ты сам-то одет. Ну, блин, я парень, как бы мне что. Одет и одет, как бы что я должен, как петушок расписной, разодеться. В смысле, у тебя даже часы не Rolex. Интересно, как ты это узнала? Просто ну интересно. Я же вижу. Видишь? Да. Как именно? Ну я же знаю, как выглядят ну, Rolex. Ты все модели Rolex знаешь, ты хочешь туда, да? Все просто. Весь модельный ряд Rolex знаешь, да? Меня Rolex звали как рекламного. Как рекламная модель. Угу. Угу. Так, и? Естественно, я знаю. Ну, назови хотя бы какой-нибудь модель Rolex, вот, который ты знаешь, если ты такой эксперт. А ты зачем мне сейчас пытаешься что, подловить? Не, что? Ну просто как ты можно определить сбоку по браслету тебе? Хорошо, давай начнем с того, ну сколько ты зарабатываешь в месяц? Давай, может, нормально общение начнем? Что за фигня там? Наезды, сколько смысле, часы, ну, не то, это не это то. Важно. Сколько я зарабатываю, сколько да, я зарабатываю. Если ты зарабатываешь меньше хотя бы 500 000, даже разговаривать. А ты сколько ничего. Зарабатываешь? Я не работаю. Ты видел меня? Видел. Мне работать? По вот этим затяжкам твоим, вот этим штучкам. Мне видел. Работать? Колготки нормально не можешь купить. В одних и тех же ходишь там. Пару лет уже. И выпендриваешься. А ты просто отходишь? Ну просто не видно, что тебе кто-то дал там 500 тысяч. Ты хоть колготки купил, что ли? У меня вообще-то особняк есть. Особняк машина, есть? Да. Да. Особняк где находится? Ну-ка. На Рублевке. На Рублевке? Ну, Рублевка понятие обширное. Где именно?
Я тебе скажу адрес, еще приедешь. Причем здесь адрес конкретно? Там же разные места. Ну я говорю на Рублевке, какая разница? Ну там горки 9, горки 10, 7, 6, там Барвиха, Лакшери Вилладж, где? Ты такая, я первый раз слышу эти названия вообще. Загрузка такая происходит. А машина что за у тебя, Маша, скажи? У меня водитель, собственно, не знаю, что за машина. У тебя, собственно, водитель? Да. С такими колготками? Да, чтобы привез к моим колготкам. А, я понял, машинист поезда в метрополитене, это твой водитель, я понял. Твой водитель, вы как раз таки вот электричек, что-то подобное. Да? Ну, в отличие от тебя, не езжу на метро. Я метро вообще не знаю, что это такое. Серьезно? Да. Уровень знаний ноль. Абсолютно. Что за выпендрёж у тебя? Вот ты всегда так свидание начинаешь? Просто что ты, бабыдл что ли? В смысле, что? Ну если мужик нормальный, то... Мужики и... в колхозе, я мужчина, ясно тебе. Если ты к мужикам привык, ищи в поле ходи. И то ты их недостойно, там нормальные мужики. Советую купить тебе курс Блиновской. Может быть, научишься она нормально кадрить. Я думаю, что уже ничего нельзя у нее купить. Мне кажется, с ней все печально. То есть я, парень, я должен купить у Блиновской какой-то курс, чтобы она чему-то меня научила? Да, это да, она просто полезно. Это развод просто огромного масштаба, просто она разводила людей, там люди кредиты брали, что-то приезжали, что-то это, ты понимаешь? Это потом это у них жизнь улучшилась. А как? Вот конкретно у тебя как жизнь улучшилась? Ну-ка расскажи. В смысле, я стала жить в роскоши. Вот именно после курса? Да, я ну, какой роскоши? Как мыслить. Ну в какой роскоши ты стала жить, вот скажи? Как-то деньги посыпались на тебя или что? Да, они стали появляться ниоткуда. Ага. Я понял, колдовство вообще, магия, Блиновская магия. Мужчины начали нормально попадаться, да? А не то, что некоторые. Ага, поэтому ты в поисках, да? Ну вот ты чего ищешь, типа, человека с кем побычить? На кого побычить можно или что? Ну вот ты в поисках, где твои мужики вот эти все крутые, типа, элитные? В смысле? Ну, мимо. Ты вообще в этот список не попадаешь? Ну да? Да. А что ты тогда сидишь, давно бы сказал, слышь, чувак, останови, я в это пошел. Ты мне так и не ответил на мой вопрос. А ты едешь, что-то там выпендриваешься, но едешь, как бы, да? Значит, тебя все устраивает, правильно? Так и будешь игнорировать мой вопрос, какой? Я не понимаю. Какой? Скажи. Сколько ты в месяц зарабатываешь? Ну, я же сказал, сколько надо, столько зарабатывать для себя. Что, это секрет какой-то или ну, что? Ну, почему я тебе должен рассказывать свою зарплату вообще, алло? Ну, сколько? 300 будет. Давай 300? Так. Да. Сосед тракториста, ты как раз любишь. Ты, видимо, таких и ищешь, да? Да? А ты сколько дешевых, зарабатываешь? Да? Ну, подожди, ты сколько зарабатываешь? Говорю, не зарабатывай. Зарабатываешь? Такие, как но я, у тебя же деньги сыпятся, ты говоришь. Такие, как я, не должны работать. Серьезно? Да. А что такие, как ты, должны делать? Должны ходить по салонам, ухаживать за собой, давать всю свою любовь. Угу, ну еще. Или... И ты чего, даришь эту любовь кому-то? Ну подожди, вот кроме этого ты можешь что-то дать? Вот нахрен, ну ты даришь любовь там один, два, три раза. Вот, подарила там что-то. Дальше что? Ты вообще нормально да, общаешься? Дальше, ну, то самое интересное, я хочу понять. В смысле, все, мне там то, что надо было, дали. Все, угу. Я нового ищу. Угу. Зачем мне на одном остановленном говорить, что не надо останавливаться на что-то одном? Надо постоянно менять свою жизнь, искать что-то новое, побогаче. Угу. То есть постоянно, вот, допустим, один мужик, как Блиновская сказал, как ты говоришь, с него что-то поймел, там второй, третий, пятый, десятый. Да, так. А мне что с одним постоянно? Ну а как по принципу ну, там, человеческим, там, женским, так скажем, скакать с одной башни на другую, как бы, нет, нормально для тебя. Ну, то есть постоянно скакать. Ну, вот я в этом не вижу ничего такого. И Блиновская тоже говорит, что в этом ничего не видит такого. Ага. А я вот вижу, что что-то, ну, типа, такое развратное там, типа. Какой-то грязный, то есть сколько ты партнеров сменишь? Все равно, что проститутка там в жизни. Давай сейчас не будем переходить на личности. Я же не говорю, что ты выглядишь как бомж. А, то есть бомжи так выглядят? Да. Ты, видимо, знаешь, как они выглядят. А, вообще, я просто их не вижу как бы. Ладно, расскажи, чем ты по жизни на туре занимаешься, кроме как бокуешь и плохих колготках ходишь. По жизни смотрю видеоблогеров. А, да? Серьезно? Да. И? Ну что, ты еще делаешь там, не знаю, там? Говорю, хожу по салонам, делаю волосы, губы. У тебя нет волос? Крашу. Да? Что? Волосов их нету, да, поэтому приходится делать.
советуешь, что такое ламинирование, что такое ботокс и так далее. Ботокс? Ты ботокс колешь себе? Ботокс для волос. А, ага. И в мозг похоже, да? У тебя прям в рот уже корни пустил. Ты знаешь, сколько все это стоит? Ну-ка, давай просвети. Ну, губы стоят 20 тысяч. А что, свои плохие были? В смысле, ну если я могу сделать себя лучше, то почему нет? Ну, значит, плохо что-то было, не устраивало, как бы. Нет. Леска говорит то, что если женщины, девушки, в первую очередь, девушки, хорошо выглядят, почему бы не сделать себя еще лучше, если ты есть? Mm. И так. Так. Ну, а ты просвечаешься как-то, не знаю, там книжки читаешь, может, там, не знаю, какие-то выставки. Выставки вообще, это такая скукота. Ну, а чем ты интересуешься, кроме салона красоты? В смысле, ну, бижутерии, украшения. А еще? Все, этого что, недостаточно? В смысле бижутерии? Что ты разглядываешь бижутерии? Я красивая, реально. Как ты духовно развиваешься? Черпаешь информацию какую-то или что? Что-нибудь красота? Красота, понятно. А там что-то должно же быть у тебя внутри черепной коробки, кроме ботокса? В смысле, моей красоты достаточно, я же говорю. Ну, о чем с тобой поговорить, вот, ну, вот просто я вот интересуюсь, чтобы вот дальше с тобой какая-то перспектива развития, знакомства была. Да, поговорим, что? Сколько ты готов мне давать наличных денег? Я пока, наличных? Я пока тебе ничего, ты вообще охеревший, конечно. Сколько, ну, блин, судя по твоему виду, не знаю, дорого, наверное, рублей 800. 800 рублей? Я думаю, тебе даже много зачесть. А? Так, ты где учился грубить? В пабликах я на каблуках? Я твое зеркало, ты начала грубить, как бы я тебе отвечаю тем же, той же монеты тебе плачу абсолютно. Просто понимаешь, да, кроме красоты, безусловно, красота должна быть, должно уже какое-то наполнение, о чем-то поразговаривать интересно. Иначе, ну с тобой скучно, о чем с тобой поговорить, алло? О бижутерии? Украшениях. Украшениях, еще? Можем обсудить, какую собачку будем покупать. Собачку? Еще. Это, ну, разговорах примерно минуты на три пока насобиралось. Что еще? В смысле, еще? Я все остальное время буду в салоне красоты. А мне зачем ты тогда, ну, и чтобы мне деньги тебе давать? Что? Зачем тогда мне ты, чтобы я тебе деньги давал, если ты все остальное время, кроме этих трех минут, будешь ходить куда-то в салон красоты? В смысле, ты будешь своим друзьям фотки мои показывать, и эти все будут в шоке, все будут говорить, как тебе повезло со мной. Ты сейчас серьезно? Не угораешь? Нет, я не помню, серьезно. Кроме тебя есть куча девочек красивых, аналогично, да, может даже лучше и там с ними поговорить есть что-то, и друзьям показать там. Вот я с друзьям тебя возьму и там типа, о, бижутерия на тоненькой ниточке, и что? А у тебя друзья такие же, вот? Какие, нормально такие у меня же друзья. А у тебя подруги такие же, как ты? Ну, я имею в виду по красоте, конечно. Они у меня, да, все красивые. А? И тупые. Алло, гараж, разговаривать-то будем и о чем-нибудь? Вот, с тобой не о чем разговаривать. Со мной не о чем разговаривать. С тобой не о чем разговаривать. Давай просто. Вот такие мужики, как ты, они вообще не должны размножаться, понимаешь? Что ты можешь дать мне? Вот ты говоришь, что я, вот о чем с вами поговорить, что ты можешь дать мне? Такой, ну, а что я. Тебе надо, конкретно такой, как я, тебе нужно просто только бабки, да? Вот. Что ты можешь дать? Вот ты можешь дать какой-то разговор, там, увлечение, там, куда-то, что-то пойти. Чтобы в общество не стыдно выйти было. Что? У тебя сейчас все сводится, там, типа, разговоры, и ты мне должен деньги, и я смотрю бижутерию, все. Ну, мы можем сходить на показ мод, ну. На показ мод, так. С тем же успехом мы можем, не знаю, куда-нибудь пойти, или, блин, протупить вообще, ну, это... В театр ты ходишь хотя бы? Театр есть такая штука, там люди показывают какие-то представления, спектакли. Лучше в цирк сходить, хотя тут есть уже бесплатный. Слушай, боюсь в цирк сходить, тебя заберут там на представление. Я, видимо, как собачку, да, вот этот как шарик будет использовать. Это тебя так пользуют, да, постоянно? Ну а что, ты давно там без отношений? Ну, я развелась, наверное. Развелась? Ты замужем была? Да. Ага. Чё, когда? Ну, я была замужем 2 месяца. Неудивительно. Просто такая, как я, ему не подходит. Наверное, тему для разговора закончились. Ему это надоело. Он ждал 1,5 месяца и развелся с тобой, да? Нет.
нет, развелась я с ним. А, ты развелась? Серьезно? А ты умеешь? Ты знаешь, что такое развестись? Ну, типа, как это делается? А ты вообще был женат, нет? Был. Три года, представляешь? Знак качества. Наверное, какая-нибудь там просто вот нищебродка, да, такая же? Просто почему нищебродка? Мучка? Почему серая ты мучка? Все связываешь с нищебродством вообще? Это что, что тебе Блиновский запарил мозги, что ли? Ты больше вместо Блиновского, не знаю, там книжку какую-то почитала, там, не знаю, историю послушала, там что-нибудь просветилась как, да? В смысле, нет, Блиновская, это все для меня. Ее курс просто открыл мне мир. Угу. Как и многим другим, понимаешь? Угу. Ну, мир на что открыл? А да, подожди, хорошо, до курса ты как жила? Ну, выживала. То есть ты была нищебродкой? Нет. Просто, ну, жила там на 500 тысяч. 500 тысяч? Да. Ты что, такие бабки брала, мне интересно. Красота все решает. Ну, в смысле красота, что ты там проституцией занимался или что? Что значит красота все решает? Ну, не сказать проституцией. А что, чем-то аналогично? Ну, вебкам. Ты серьезно? То есть сидела там, наяривала что-то себе? Нет, просто могла там лямочку скинуть. На вебкаме? Да. На вебкаме это не котируется, что ты рассказываешь. Там все по конкретному, по-взрослому. А тебе, видимо, нравится, да, наяривать на вот таких вот? Нет, не нравится, потому что они как-то, знаешь, интеллект не трогают. Поэтому что-то наяривать-то. Смотришь такие видео, обращаешь внимание на интеллект? Причем есть видео, я про жизнь сейчас говорю. Это ты похоже видео, я про жизнь говорю. Ну ты даже в этом не понимаешь. А, серьезно? Очень много девочек поднялись на вебкаме. Угу. Блиновская тоже об этом говорила. То, что любая работа хороша. Угу. Все Блиновская говорила, да? Да. Сижу, дрочу, не спеша. Это стихи. На Керио, давай не будем забывать. Это стихи, запоминай новое слово. Для твоего лексикона. Может тебе словарь подарить, там, может, ожогу какую-нибудь дали. Лучше себе на машину нормально заработал. А у тебя есть машина? А, у тебя личный водитель, ты сказала. Да. А машина не знаешь какая, да? Нет, зачем мне знать, видимо, в твоих фантазиях. Будет. А машина такая же, как у колготки? Тебе только мечтать. Да, серьезно? Да. Так, хорошо, подожди, я не понимаю, мы едем, просто тормозим, тупим. Ты выпендриваешься, я тебе отвечаю. В чем прикол? Какая перспектива развития знакомств, скажи мне? Ну, может быть, ты все-таки одумаешься и поймешь, что я та самая? Mm-hmm. Ну, ты сделал для этого что-нибудь? Что ты вот готов для этого сделать? В смысле, я еще раз повторяю, почему я постоянно должна повторять? Потом ты мне будешь говорить, что у меня какой-то ботокс в голове? Угу. Ну, повтори еще раз, для тупых. Что я красивая. Ну и что? Красивая. Что ты красивая? Дальше что? Что после этого? Как бы? В смысле, этого должно хватать. Все? Да. Красивое все? Да. Жесть вообще. Много красивых вещей на свете. Как? Ну, ты красивая, что? Ну, хорошо, мы с тобой развлечемся 2-3 раза. Как бы. Дальше что? Нужно что-то еще? В смысле, а дальше расход? Расход? Да. Как это? В смысле, а что дальше мне с тобой делать? А, то есть ты на 2-3 встречи себе мужчину рассматриваешь, он тебе должен, в общем, сколько там, 500 тысяч или сколько давать. И adios, да? Hasta la vista, baby, да? В смысле, ты мне сказал, что зарабатываешь 300 тысяч, около того? Допустим. Я же сказала, что такие мужчины не должны развиваться. Какая, что с тобой можно дальше делать? А, я понял, я что-то туплю. Это же Блиновская, да? Это же я что-то из головы вылетела. То с таким так чисто на пару раз, да, нечего делать. А что, ты тогда едешь здесь сейчас, не идешь дальше в поисках какого-то? Или так, это промежуточный вариант, переходная форма, так скажем, к более такому крутому, ты как по лесенке вот так вот. Не, вот, ты что, зависла? Переходная что? Переходная форма, ты что, зависла? Ты знаешь, что такое переходная форма там или еще что-то? Теория там Дарвина и так далее. Зачем мне эти вещи? Это рэпер, не... рэпер такой был, к твоему сведению, кстати. Знаешь такого рэпера? Чарльз Дарвин. Я только Блиновскую знаю. Угу. Так, Блиновская. А кроме Блиновской есть кто-то там еще? Хотя бы ты знаешь что-то кого-нибудь еще? Не знаю. Лобковский хотя бы. Да, с ним у тебя тоже плохо. А, да?
Тебе, походу, шутки за 300, да? Да, как вот, да, за 300, за 300 не дотягиваю, там до сотки как бы дотянуть. Это хорошо, что ты уже понимаешь, что ты не дотягиваешь, это очень хорошо. А ты, ну просто понимаешь, даже хорошо, если в каких-то постельных утехах, как бы, да, видно по человеку, когда, как он общается, как человек общается с размерным этим, он и в постели хорош, как бы, да. Ты тормозишь вообще, нет, ты там тоже тормозишь, получается, это прямая связь. То есть там легла, я красивая, ты что, сдохла, нет вообще. Ты вообще там двигаешься, что с тобой? Че несешь вообще? Ну, как, интересуюсь хотя бы там. А то вдруг там так же плохо, как и здесь. У меня там все нормально. Вот надо проверить, как у тебя там. У меня там нормально все. Тебе пойдет с головой. Угу. Короче, все понятно с тобой. Да, в ресторан. Ты такая умная, прям вообще, я в шоке с тебя. Конечно, в ресторан. Премиум класса. Нравится? Подъезд туда есть. Через парковку туда подъезд. Будешь сейчас вкусно кушать. Еще дорого? Надеюсь, еще дорого. Конечно, дорого. Очень все дорого. Что, давай кушать? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Эй, вот, тетя, можно до тебя дозвониться хоть как-нибудь? Там есть у тебя что-то? Это гараж, а не ресторан. Я хочу поставить точку и пойти домой, как бы. Ты мне не нравишься. Какая точка? Тачку хочу поставить и пойти домой. Какая точка? Тачка, точка. Ты мне не нравишься, алло, теть. Ты адекватно вообще? Ты слышишь что-нибудь? У тебя там загрузка там. Эй, алло, гараж. Ты мне не нравишься, я поехал. Это не я тебе не нравлюсь. Я хочу тачку поставить. Ты нищеброд. И с тобой вообще не о чем поговорить, и тебя ничего не добьешься. Ты там до словаря долго своего докапывалась. Все, пойдешь? Мне интересно, разберешься, как дверь-то открывать? Дверь открой. Ну, она открыта. Ты просто не умеешь открывать. Ты из своей бичевской тачки меня освободишь. Ладно, давай, чеши. Армуар. Давай.